Слава Богу, что Бог живой. И когда Бог живой, значит, есть причина верить в Него полностью. Не просто частично, а всем сердцем. С вами пастор Генри Мадава, и это «Голос Победы». Дело в том, что многие люди, когда верят в Бога, они верят так частично, потому что как будто переживают, что Бог, Он есть, но совсем нет. Он настоящий, но не совсем. Если Бог есть, то нужно всем сердцем. А если Его нет, то не надо в Него верить, не надо быть в середине. Когда человек понимает, что Бог живой, реален, тогда нужно на все 100. И что же происходит, когда мы доверяем Богу? Бог высвобождает в нашу жизнь Его Царство. Имеется в виду Его влияние, Его владычество и Его правление. Заметите, когда мы принимаем Иисуса, мы не просто приняли Иисуса, мы вошли в Божие Царство. И нас сопровождает Его Царство со всеми Его способностями, правилами и принципами. Это параллельное Царство, которое работает и способно влиять на то, что видимо на этой земле. Вот это очень важно, чтобы мы понимали, что мы в Божьем Царстве, и Божье Царство с нами. Это очень важная проповедь. Я рекомендую вам, чтобы вы послушали внимательно, даже и конспектировали. Давайте будем слушать эту проповедь. Сегодняшняя проповедь – «Царство Божие и я». Очень важно для того, чтобы мы понимали, что такое Царство Божие, вернуться к самому началу, когда Бог сотворил небо и землю и человека. И Библия там говорит, чтобы они владычествовали, то есть они должны были подобно Богу на этой земле владычествовать, по-другому, быть губернатором земли от имени Господа Бога. Когда Иисус Христос пришел на землю, Он принес Божие Царство и Его влияние. Библия говорит в Евангелии от Матфея, 6 глава, с 9 стиха по 13. Иисус говорит: «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Дай нам хлеб наш насущный и на сей день, и прости нам долги наши и тому подобное». Есть такое место в этой вселенной, место, называемое небо. И это место, называемое небо, Иисус говорит, что Отец наш, сущий на небесах. То есть там находится Господь Бог Вседержитель. Я бы так назвал штаб на небе. Все решения связаны со Вселенной, со всем, что есть, в том числе с землею, они принимаются на небе. Поэтому в этой молитве Иисус сразу помогает ученикам понимать: «Отче наш, сущий на небесах». Но мне нравится, что эта личность, Бог, сущий на небесах, Он наш Отец. Сразу Он убрал страшилку, понимаете? «Отче наш». Сначала наш Отец на небесах. Если просто Бог на небесах, это далекий, я здесь, Он меня может уничтожить. А это Отец. Второе, что Иисус говорит, Он говорит: да, Он на небесах, это штаб, там и все решения. Все, что делается, оно делается оттуда. То есть, если я связался со штабом Божьим, у меня все вопросы решены. Скажите аминь. Так, теперь, да придет Царствие Твое. Это второе, что Иисус учил учеников. Ребята,
просили, чтобы Царство Божие пришло. Царство Божие – это Божие влияние, Божие правление. То есть Бог влияет на землю. Дальше. С этого места Писания написано: «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе». Это означает, когда воля Божия, которая решена на небе штаб Господа Бога, и там принимается решение, и это принятое решение называется волей Божией. И там Иисус говорит: эта воля, которая на небе принята, да придет куда? На землю. Получается, что план Божий такой, он принимает решение на небе, это его воля, и эта воля каким-то образом, мы поймем сегодня, должно осуществиться на земле. Получается, когда воля Божия приходит, исполняется или проявляется здесь на земле, тогда Царство Божие начинает влиять. Это Царство способно обеспечить хлебом или дать решение наших текущих вопросов и проблем. Иисус говорит 12:28 Матфея: «Если же Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Иисус Христос, когда Он пришел, что мы видим из этого? Первое, есть признак Царства Божия, где Его влияние. Он изгонял бесов, Он исцелял больных, Он спас людей, воскрешал мертвых. Это был Божий метод приносить нам и познакомить нас с тем Царством. Он хотел, чтобы мы видели, что кроме того, что мы видим, есть Царство Божие, которое способно повлиять на все земное, нарушая в какой-то степени все правила земные, физически, которые же Бог создал, чтобы нас сохранить. Скажите, Царство Божие. Когда мы это видим с вами, мы это называем чудом. А с Божьей стороны это называется признак Царства Божьего. Поэтому Иисус говорит: если я изгоняю бесов, если я освобождаю и исцеляю, то Царство Божие дошло до вас. Второе, Он говорит: я это делаю Духом Святым. Вывод: Дух Святый является носителем Божьего Царства на земле. Когда Царство Божие приходит, происходит столкновение между небесным и земным. И когда это происходит, небесное всегда сильнее. И оно на время отменяет действие земных правил. Поэтому, когда Иисус взял 3 ученика своих и пошел на так называемую гору преображения, что там произошло? Царство Божие на нем сошло. И Библия говорит, одежда его стала белее солнца. Было так, это было как будто 2 солнца в тот день. Одно солнце там, одно солнце там, где Иисус. Одежда белее, как... Какой одежды у него? Если она стала белее, значит, была не белая. Но вот эта слава Божия, которая сошла там, она была такой яркой, что все стало белое. И в этой атмосфере Моисей и Илья пришли. А где они были, когда они пришли? Откуда они пришли? С неба. То есть
есть атмосфера Божьего Царства, которое соединяет землю и небо. И в такой момент, вот тогда происходят чудеса. Чудеса – это не какой-то умный человек. Нет, нет. Атмосфера приходит небесная, как Иисус сказал, да будет воля Твоя на земле, как на небо. А как атмосфера небесная создается на земле? Духом Святым. И когда атмосфера приходит, тогда чудеса начинаются. Когда атмосфера ушла, чудеса перестают быть. Написано в Евангелии от Иоанна 3, 1 глава по 7. Когда Иисус говорил об этом царстве, был один очень образованный, влиятельный личность. Имя ему Никодим. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников. Он политик того времени в Иудее. И он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим, политик, осознает, первое, с Иисусом ходит Бог, то есть Бог может участвовать в жизни человека. И появляются чудеса. Вот. И он дальше говорит, Иисус сказал ему в ответ: «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Вот этот очень влиятельный, образованный человек задает ему вопрос. Потому что он мерит вещи Царства Божьего, духовные, земным. У него другой точки отсчета у него нет. И он говорит: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус ему объясняет: истинно говорю тебе, что если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Ибо рожденное от плоти есть плот, а рожденное от духа есть дух. Никодим, между прочим, поменялся, стал человеком Божьего Царства. И когда умер Иисус, он был одним из тех, которые пришли, взяли Иисуса и похоронили его. Каждый верующий, который родился заново, вошел в Царство Божие, родился в Царство Божие, и он становится гражданином Царства Божьего. И он также становится носителем Царства Божьего. И куда бы он ни шел, туда приходит Царство Божие с ним. Аминь. Поэтому смотрите, мы с вами рождены от Бога, с момента рождения свыше мы носители Божьего Царства. Потому что, согласно 1 Коринфянам 6 глава 19-20 стих, Библия говорит: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые есть суд Божий. Если же Бог живет в нас, Дух Святой живет в нас, как написано, а Он носитель Царства Божьего, это означает, что Царство Божие внутри нас. И мы представляем Царство Божие везде. И написано: прославляйте Бога в телах ваших». Имеется в виду, живи такую жизнь. И везде, где твое тело участвует, должно быть в том, чтобы прославлять Бога. Потому что тело – это Его храм. Признак Божьего Царства. Когда Царство Божие пришло в человека, какие признаки, что Царство Божие вошло в человека? Библия говорит к Римлянам 14 глава 17 стих: «Ибо Царство Божие не пища и питье, но
праведность и мир и радость во Святом Духе. Три вещи, которые в нас появляются от того, что Царство Божие вошло. Праведность, мир и радость во Святом Духе. И эта праведность, мир и радость показывает нам культуру и ценность Царства Божия. Дух Святый приносит волю Божию через нас, потому что мы храм Духа Святого, и Он совершает эту волю Божию через нас в разных сферах. Как же проявляется эта воля Божия и Царство Божие через нас? 1 Коринфянам 4 глава Библия говорит 19-20 стих. «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Эта сила Божия – это та сила, которая приходит, вмешивается в ситуациях людей, меняет обстоятельства, и мы называем это чудо, это всего-навсего сила Божьего Царства пришла, включилась, поменяла ситуацию. Самые первичные или минимальные стандарты, которые требуются или должны проявляться через всех верующих, как в Царстве Божие. Вот, каждый уверовавший должен проявлять вот это. Написано, Марка 16 глава 14 стих по 20. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать, креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден. А если он спасен, уверовавших, он спасен, будут сопровождать эти знамения. Изгонять бесов, говорить новыми языками, брать змей, если что смертоносный, выпьют, не повредит, возложат руки на больных, и они будут здоровы. После беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и начали проповедовать везде, и Господь содействовал, подкрепляя слово последующим знамениями. Аминь». Вот и есть минимальный стандарт. Скажите, минимальный стандарт, который от меня ожидает Бог. То есть каждый уверовавший, каждый сидящий здесь уверовавший, мы призваны улучшать жизни других людей. Куда бы мы ни пришли, разрушать царство тьмы и приносить качество Царства Божия в жизни людей. Встречаем грешника, покаяем его, чтобы Царство Божие в него вошло. Он болеет, приносим исцеление. Демоническое влияние, приносим освобождение. Умер, приносим воскресение. Разочарование, приносим одежду, надежду. Если одежда – это надежда, то надо приносить. И оно приносит перемену в жизни людей. Мы призваны приносить изменения в жизни людей во всем обществе. Но заметьте, эта сила, которая помогает нам приносить перемену в жизни людей, она способна помочь нам приносить Царство Божие во всех сферах нашего общества. Что влияет на наше общество? Первое – образование. Это не имеется в виду, чтобы выбросили все учебники и изучать Библию. Нет. Но чтобы писать программы так, чтобы в жизни детей появились ценности, которые сохраняют общество. Это так необходимо. Второе. В политике и правительство. Бог также хочет поднять людей, на которых будет Дух Божий, не для проповеди, как пастор Генри, а для того, чтобы приносить Царство Божие в политику и в систему правления на государственном уровне. Третье – это в медиасредства массовой информации. Человек формируется, исходя из того, что он видит и что он читает. Бизнес и экономика. Бизнес и экономика – это как топливо для любой страны. Даже политики, уберите деньги, уберите бизнес, и политики не поживут. Поэтому Бог ищет людей, которые могут приходить
в бизнес и в экономику с принципами Царства Божьего. Но не только. Нужно в сфере развлечения и искусства. Человек должен отдыхать, в конце концов. Закончил работу, ему надо где-то сидеть, какую-то музыку слушать, да? На что-то посмотреть, какое-то искусство, какие-то картинки. А если мы туда не принесем влияние Царства Божьего, то картинки, которые там будут, и потом приходится ребенком, все время приходится ходить и закрывать глаза у ребенка. Развлечение важно, искусство важно. Никто не говорит, что не должно быть. Только говорится, надо влияние Царства Божие и там. Надо также в семьях. Царство Божие не только в церковь. Царство Божие во всех сферах общества. Поэтому Бог дает силу, чтобы мы приносили Царство Божие там, где мы, распространяя волю Божию и Его принципы везде. Слово Божие, Библия, Его обетование, ответственность, которая в Библии, образец поведения, который в Библии, является Божьим инструментом распространения Царства Божьего в нас и через нас. И сила Божия всегда поддержит человека, как только он примет решение соглашаться со Словом Божьим. Всегда. Царство Божие – это конкретное влияние. Это Божье правление, это Божье влияние, которое вторгается в земные вещи, принося Божью волю, принося правление Божие и влияние Божие, и все меняется в жизни человека на лучшее. Слава Богу! Мы в Божьем Царстве. Я не просто Генри Мадава хожу, я не знаю, как вас зовут, но это не просто вы. Это вы, но внутри вас Царство Божие. И это Царство производит работу и действие на земле. Поэтому, когда происходит встреча между Божьим Царством и Царством Тьмы в проявлениях, Царство Тьмы сдается и убегает. Болезни – это не что иное, как действие и проявление Царства Тьмы. И когда появляется сила Царства Божьего, то всякое проявление Царства Тьмы убегает, в том числе болезни. И это мы называем чудо или исцеление. Я хочу вам показать некоторые примеры поражения Царства Тьмы Царством Божьим в Его силе. Давайте посмотрим на эти свидетельства. Иисус Христос – воскресший и живой. Он своей чудесной силой прикасается к людям. Каждое Его прикосновение приносит исцеление, восстановление и освобождение. Здесь произошло. У Марии на протяжении года были боли в спине. Во время молитвы боли ушла. В течение года боли в спине. Перелом позвонка. У вас был перелом позвонка. Да. И что произошло сейчас? И я не могла нагибаться. И сейчас вы можете нагибаться? Я сейчас могу. Пожалуйста. Могу. После перелома. Боже, спасибо тебе за это чудо во имя Иисуса. Или из-за рассеянного склероза на протяжении 8 лет были сильные боли в ногах, из-за чего она не могла ходить. Во время молитвы боль уменьшилась, сейчас она ходит и даже прыгает. Вы можете прыгать, прыгайте, прыгайте, прыгайте. Спасибо тебе, Господь, слава Богу. Кто здесь у нас? У Натальи на протяжении длительного времени была пуповая грыжа, из-за чего болел живот. Пуховая грыжа молитвы... у вас была? И фибромиома тела матки. И фибромиома. А сейчас? Я легко себя чувствую. Боже, спасибо тебе, Господь, за это во имя Иисуса. Слава Богу! И вы знаете, что радует? Царство Божие не только во мне, и в вас тоже. Это означает, где бы вы ни были,
вы можете проявлять Царство Божие, Его принципы, Его силу и Его способности власти. И когда вы это делаете, то царство тьмы убегает. И неважно, в ком это. Поэтому для того, чтобы Царство Божие оказалось внутри нас, и вообще быть в Царстве Божьем в конце жизни, нужно принять Иисуса Христа в свою жизнь как своего личного спасителя. Я хочу помолиться с вами, если вдруг вы еще не приняли Иисуса. И после чего я хочу помолиться, чтобы Царство Божие с Его владычеством повлияло на вашу жизнь, разрушая все силы тьмы и проявления. И Бог даст вам свободу. Вы хотите сегодня принять Иисуса? Помолитесь со мной. Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Дай мне новую жизнь, новое начало. Очисти мое сердце во имя Иисуса. Аминь. Теперь хочу помолиться за вас. Возложите руку на то место, которое болит в теле. Или вообще озвучите вашу просьбу перед Богом. Отец, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам царство. И теперь на основании того царства во имя Иисуса я приказываю все болезни уйти. Всякое проявление царства тьмы да разрушится. И я провозглашаю исцеление, освобождение и прорыва во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу! Если вы болели, проверяйте себя. Помните, Бог вас любит, и мы вас любим. Если вы получили что-то от Господа, напишите нам, мы хотим знать об этом. Есть вопросы и нужды, тоже сообщите нам. Мы помолимся за вас и будем поддержать. Спасибо нашим партнерам и всем, кто за нас молится. Спасибо за вашу поддержку. Бог вас да благословит. Мы любим вас.